Добрый день. Системный блок Acer XS 1660. Блок достаточно маленький. Разъемом один Type-C. Один USB спереди. Задние разъемы. Конечно же, блок питания. Два HDMI. 4 USB провода. Подключение к сети. И, естественно, аудио разъема. По внутренним характеристикам. Для этого используем программу AIDA 64. Как мы видим, центральный процессор Dual Core 3500 МГц. Процессор Intel, оперативная память 4 гигабайта, SSD диск 122 гигабайта, как вы видите, локальный диск 122 гигабайта SSD. Спасибо за внимание.